Кто мне даст дом? Никто мне не даст дом. Не надо так ставить. Моя милиция, сын древнат. Ну не менты. Ну не менты. Не знает сам, где он был. Не были. El nu hotărăște nimic, el o ieșit și e convins. Da, se face. Lasă-ți să văd de unde a venit. Prava e ruca laibă, e leva, e znaie. Нам уже сдай рекламу. Не, дорогой. Ну, не требуй, но ты не целевой. Дамна, ака, дом, ну, дата налоговая, или что есть? Ака, не что, бля, а я не скри, ты каналы, требуй сачет де фрумос, la casă la aparat, să scrie, uite, dumneavoastră, nu spune, lumea să e casă la aparat. Treci un timp cu oarecare și dumneavoastră am vin la mine și îmi spune, fix control. Vă rog frumos arătați documentul de proveniență marfă, corect? Că dacă te prinde, spune amendă. În proveniență marfă scrie, crasovca, cum spune, gheată sportivă, costă 125, dar eu o cumpăr cu 550 și o vând cu 700, că la piață se vinde 50, domnul, 100, asta nu-i supermarket, ci și supermarket. Prima dată dau prețul jos. Dumneavoastră mi-ați spus că aveți două facultăți, adică cum ați spus da. Dumneavoastră când aveți de plătit impozit, da, eu plătesc. Nu plătesc din că vindeți cu 700, diferent din 700. Plătesc un procent, domnul. Dar vorbim, скажем, din ziua. Люди приходят на рынок, ищут дешевый товар. Зачастую начало и конец месяца для нас просто катастрофически, так как мы, оплатив все расходы по рынку и коммунальные услуги, остаемся без денег. Торговли нет. Рынок и так скоро умрет, так как покупательская способность населения с каждым днем становится ниже, и количество покупателей уменьшается. И мы, как никто, это видим. Найти другую работу в маленьких городах довольно сложно. Работая на рынке, мы зарабатываем себе на жизнь. Ведь не у всех есть возможность уехать на заработок. Вот сегодня люди собрались для того, чтобы это объяснить правительству. Мы сегодня задали вопрос представителю министерства. Почему до сих пор не было никого в районе? Почему не приехали к людям и не поговорили конкретно с каждым рынком и не объяснили людям, как они хотят работать, и не услышали людей? Сегодня вот результат протеста. Сегодня люди...